В 2007 году никому-то эти участки тогда не нужны были. Так вы идите людям это скажите, что людям не надо были участки. Каким людям? Ну вы землю выше не дали 139 участков в 2007 году. Вы мне лично сказали, запись есть ваша, есть документальная. Ваша личная. Это не решение депутата сельского совета. Так депутаты дали. По какому согласию? Кто объяснял? Что будет садик? Где садик? Сегодня садик есть рабочий? Это объяснять. Тебе 10 раз уже объясняли. Ты ничего не воспринимаешь. А почему я должен воспринимать? Я знаю, что люди не получили земельные участки. Земля роздана. И все. И это же не нормальное явление. В 2005-2007 году никому-то эти участки тогда не нужны были. Так вы идите людям это скажите, что людям не надо были участки. Каким людям? Жителям села, они же стоят 20 лет. Все это прекрасно знают. Так они же стоят в очереди 20 лет. Председатель, у нас 21 век. Что это вы сделали? Мы что живем в каком-то захолустье или что? Что нельзя какие-то были бордюры сделать, какую-то красоту. А что это все сразу надо? Мы будем продать это.